Всех приветствуем, молодцы. Ну, правда, могло бы вас быть побольше. Но куда деваться? Так, сейчас я здесь отключусь. Так, но буду вас видеть. Отключила звук, но буду вас видеть. Хорошо, поехали. Итак, значит, мы подходим с вами в наших магических цепях к 11 уровню. Все, сейчас начинают уже несколько человек получили подарки. В общем, вы должны знать, что в Magic Chain у нас есть, еще раз, для совсем новичков, два вида, да? Два вида цепей. Одна цепь у нас 19 уровней, вот она тут. Она дает огромные нам миллионы. И такая скоростная наша цепочка, новенькая МЧ3, то есть три всего уровня. И мы с вами будем по кругу здесь, значит, накручивать деньги для того, чтобы были у вас средства активировать цепи и участвовать в другом еще проекте. Ну и плюс, чтобы у вас, естественно, уже в процессе перехода с уровня на уровень, чтобы у вас было достаточно денег, чтобы жить и так далее. Все. То есть мы создаем вам такой, можно сказать, синдикат из трех видов заработка. Вот переходим к третьему виду заработка. И чтобы вы знали, что мы вот решили, постановили, что эти подарочные кабинеты, так называемые, будут у нас только для тех участников, кто в Magic Chain. Потому что здесь у нас это запланировано и запрограммировано. Посмотрите, вот табличка наша именно подарков. Да? Значит, на 11 уровне мы вам дарим кабинет с начальным уже капиталом хорошим. И вот эти денежные средства идут уже на раскрутку, будете их получать. Если у вас много цепей, сами понимаете, каждая цепь будет нести эти деньги, значит, у вас будет достаточно денежных средств раскручиваться и в Make Money в нашем, ну, скажем так, в основном нашем проекте. Вот. Кроме того, что, так сказать, вот эти подарки, для чего мы это сделали? Потому что проблема в матричных проектах, а это матричный у нас Make Money, и там, естественно, нужны рефералы. Проблема в том, что рефералов мы приглашать не умеем все-таки, да? Ну, хорошо, на цепочку к нам бегут, отлично. И вот у вас собираются здесь собственные команды. Вот как у меня, допустим, да? Сейчас посмотрим. И вот почему мы придумали именно такую схему? Для того, чтобы все ваши рефералы, которые собираются у вас вот в ваших уже здесь, в магии, будем по-русски говорить, да, в магии нашей, они будут плавно перетекать, естественно, прямиком с подарочными кабинетами. Вот именно то, о чем я говорю. Они будут перетекать у вас в Make Money. То есть в переводе означает наш Make Money – это производитель денег, да? Если они все со своими цепями будут вслед с вами переходить, с кабинетами, значит, у вас будет автоматически строиться структуры, да? Make Money, и там вы тоже будете отлично зарабатывать. И что это у нас такое за Make Money? И давайте мы поконкретнее разберем. Так, все слышат, все видят? Смотрим, да? Все отлично. Пока вопросы не задавайте, давайте будем смотреть. И таким образом построим нашу встречу. Я какой-то кусочек объясню, к вам вернусь. Понятно, непонятно, и дальше пошли. Так будет лучше. Все, поехали, да? Итак, что за кабинеты вы получаете в Make Money? Вот наш Make Money красивый такой, серьезный офис. Значит, что это такое? Почему, что это за кабинеты? Вот я вам серьезно скажу, кабинетов осталось буквально таких вот приличных 76 штук, вот ровно 76, сейчас буквально проверила. Вот, ну, еще есть штук 150, уже послабее. Вот, поэтому мы вам и говорили, что оформляйтесь заранее, начинайте уже работать. Ну, кто умничка, тот уже даже заработать успел. Кто медленно раскачивается,
Вопрос к вам. Вы пришли зарабатывать или раскачиваться? Вы пришли зарабатывать или думать? Думать нужно было до того, как я всегда говорю, да? После того нужно уже пахать, пахать и пахать. Значит, поэтому сейчас определяйтесь и решайте. И у вас, у каждого есть уже активные какие-то рефералы в Мэджике, поэтому вы примерно понимаете, кто на раскачках сидит и ждет с неба вот чудес, а кто активный, кто понимает, что он, если он не я, то кто? Если не я, то кто? Кто заработает? Бегать по интернету, я думаю, вот если у вас будет здесь три вот таких вида, две цепи и плюс вот эта матрица, ну, вам более чем предостаточно будет и действий, и денег. Значит, почему вопрос возникает, что это за кабинеты мы вам дарим? Мы дарим вам не воздух. Да, у нас получились, я вот проанализировала, не столько брошенные кабинеты, сколько фейки брошенные. Почему? Потому что по правилам работы вот в Make Money нужно для того, чтобы был вывод, ну, чтобы срабатывала кнопочка вывода, допустим, вот точно так же, как у вас в Мэджике какие-то есть условия, да, и здесь. Для того, чтобы вот эта кнопочка сработала, вот вывести, значит, нужно иметь двоих активных рефералов. Что сделали очень многие умники, создали себе по два фейка, вот, и, значит, их активировали, типа у них рефералы. Но вы же понимаете, что такое матрица? Что такое матрица? Матрица должны не только твои два под тобой быть, но еще должны еще каждый пригласить по два. И тогда это двигается, правда же? Ну а если стоят два фейка под попой, значит это мертвые кабинетики. Ну вот умники их активировали, активировали и забросили. И забросили. И стоят эти кабинеты с кучей денег, с кучей матриц и простаивают. Но матрица вещь такая, понимаете, вот если, допустим, под меня встала Наташа, и если мои здесь рефералы ее не закроют, я ее здесь не закрою, то так будет Наташа стоять мертвым колом, ее матрица, правда же? Вот. И таким образом нам эти стоячие такие, так сказать, номера ни к чему. Нам нужно движение. Значит, мы вот эти кабинеты, которые фейки простояли, а правила у нас были правильные, четкие, как всегда, что если ты там 2 месяца не активируешься, значит, иди гуляй, гудбай. Значит, вот эти кабинеты, у нас такая есть сувенирная лавка. Мы их поставили под нее, под сувенирную лавку, и вот теперь вам раздариваем. Я хочу акцентировать внимание на том, что мы никогда никаких легенд не сочиняем, как видите. Мы могли красиво, красивую легенду придумать, что мы такие меценаты, и мы, икра не лезет в глотку, бутерброд не лезет в рот, все не сплю, а как народ. И мы хотим вам просто подарить. Не, ребята, вот даже придумывать не будем. Мы вам дарим кабинеты, не воздух, а кабинеты тех, кто или бросил, побежал, вот тот, кто не понимает, кто не умеет зарабатывать. Вот так, как у вас в Мэджике сейчас. Обсуждали, говорили. И я вам честно скажу, процентов 60 из тех, кто уже, у кого закрытие произошли, так и не купили больше цепочку. Ну, мне искренне жаль таких людей. Я понимаю, что, ну, значит, им вот один раз получили 11 тысяч и будут ее долго вспоминать. Они, наверное, думают, что эти 11 тысяч, ну, спасут уже их. Ну, не спасут. Не хотите, не понимаете, как деньги зарабатываются, не понимаете, что они в любом бизнесе должны по кругу крутиться, обязательно какой-то процент доходов должен возвращаться в работу, обязательно, иначе все, иначе бизнес сдыхает. Но не понимают, значит, не понимают. Мы с вами тоже понимаем прекрасно, что определенный процент людей так и не поймет этого никогда, но есть определенный процент людей, на который мы и ставим свою ставку, именно тех, понимающих и страстно желающих заработать. Вот к таким мы всегда обращаемся, и с такими мы имеем дело. Мы знаем, что это формируется действительно команда, действительно соратники формируются. Вот, значит, происхождение кабинетов понятно? К вам возвращаюсь.
Новички, всем понятно, чтобы не было потом кривотолков, каких-то сказок. Мы вообще не любим врать, говорим, как оно есть. Все понятно, что такое эти кабинеты, которые мы вам дарим. То есть мы вам дарим конкретные кабинеты, проплаченные кабинеты, матрицы невоздушные, матрицы все денежной суммой обеспечены. Вам остается в них работать дальше и зарабатывать те деньги, которые наработаны уже до вас, фактически. Наработаны у вас, у каждого в кабинете, вот такая есть страничка, площадки. И здесь у вас ожидаемая прибыль. Причем на данный момент, исходя из того количества активных ваших матриц, причем очереди даже уже не считаем, именно из вот этих матриц активных, вот здесь написано, у вас та сумма, которая на сегодня готова, чтобы ее вывели. Да, надо немножечко потрудиться. Тех самых своих рефералов из Мэджика притащить, новеньких тоже сюда, так сказать, объяснять им эту схему. И у вас начинают закрываться матрицы, и эти денежные средства начинают вылетать вам на доступно к выводу. Вот как у меня. Вот у меня готово опять 22 тысячи, пожалуйста, выводить. Вот, значит, и пойду на YouTube. Всем понятно? Да, понятно, молодцы. Все, чтобы не было потом никаких вот сказок, что там вас обманывают. Мы всегда стараемся вам четко все внятно объяснить, именно потому, что на вас шквал летит там в соцсетях опровержений каких-то, да, и у вас должны быть всегда четкие аргументы ответные, чтобы вы могли объяснить, да что ты вот несешь мне ерунду, я точно знаю, как это на самом деле. Вот мы вам говорим, а вы должны этими аргументами оперировать. Все, поехали дальше. Как это работает, быстренько постараюсь вам объяснить. Значит, у нас здесь всего вот три, можно сказать, площадки и четвертая вспомогашка. Вот смотрите, сейчас вам сделаю мой любимый яркий цвет. Приятный глазу. Так, вот у нас первая площадочка за 1000 рублей. Семьи местные матрички. Вторая за 3000, третья за 9. Как видите, мы не любим мелочиться по 100 рублей. У нас все так это серьезно. Именно для того, чтобы и выхлоп был серьезный. Потому что вот этот процесс прохождения от первой во вторую в третью всего-навсего дает вам 33 тысячи или даже с бонусом 34, вот, плюс оставляет за собой еще здесь реинвесты. Мы небольшие любители реинвестов, но здесь они как раз к месту именно в помощь вам, чтобы вы быстрее закрывались. То есть получается, что у нас в процессе при закрытии вот, значит, первой матрички реинвест остается один здесь, на первом же еще один, да, при закрытии второй матрицы у вас еще один реинвест вот в первую площадочку получается, плюс переход вот в третью площадку, вот, и плюс, когда здесь закрывается первое место, вы снова получаете реинвест во вторую вот площадку, а плюс один реинвестик, и еще два место вот в этой очереди. Итого раз, два, три, четыре, пять. Пять реинвестов у вас продолжают в работе. То есть вот у вас матрицы новые появляются, и они тоже вертятся, и каждый из них приносит вот такие доходы. Теперь подробнее, как это работает. Значит, что такое семиместная матрица? Вы прекрасно знаете. Вот давайте так, на картиночке. Семиместные матрички. Все как всегда, вы активируетесь и встаете, допустим, вот к своему пригласителю в матрицу. Дальше переходы ваши происходят, закрывается ваша матрица, вы переходите во вторую, но опять-таки у нас здесь, не так как у всех, есть два вида переходов. Вот ни у кого такого нет, у нас это есть. Поэтому у нас есть активационные матрицы, сейчас я их покажу, они такие в золотой ободочке, я их называю водежки. И есть, то есть вот такие ваши номера будут без одежки.
То есть это те, которые вы будете, допустим, вы хотите что-то подкупить. Потому что в наших матрицах можно купить вот в своей собственной матрице. Вы можете купить в любой своей матрице место сами себя закрыть. Вот такие будут без одежки, и они будут двигаться. Не вот так вот вставать к пригласителю, а вставать, если уж закрываться, то только в вашей матрице. И если они закрываются, представьте себе, что вот это у вас тоже без одежки. Если она вся закрывается, то она будет переходить не во вторую матрицу к пригласителю, а будет переходить в вашу собственную матрицу. Закрывать сами себя будете. Разница есть? Есть. Значит, вы можете регулировать уже. Активационные нам важны, золотой одежки, для того, чтобы закрывать друг друга. То есть, что это значит? Если мои активационные матрицы встают к пригласителю, то и мои все рефералы встают ко мне. Значит, вот эта волна, сцепка с пригласителем, она важна. Они вас подталкивают. Ну и плюс ваши собственные покупные. А вы получаете кабинеты с кучей покупных таких вот матриц. Они двигаются только к вам. Вот еще раз демонстрирую, что вы получаете от каждой матрицы. Но кроме этого, рисунок есть рисунок, а у вас в кабинете вот здесь нажимаете на вопросик, и четко написано, что дает каждая площадочка. Это чтобы вы выучили наизусть. У нас даже где-то есть бот, экзамены мы сдавали. Вот надо будет это, Макс, надо будет нам вернуться к этому экзамену. Он такой смешной там, да, у нас экзамен, но в то же время абсолютно все тогда четко понимают, что куда идет. Вот, значит, выучите, пожалуйста, что у вас получается при переходах, и вам будет легко. Значит, что это за очередь, зачем она промежуточная здесь? Живая очередь, так же, как у нас вот, да, в магии нашей, но она совсем маленькая, она вообще у нас 1 к 2. Ну, меньше уже все, невозможно. То есть, если вы, вот эта живая очередь, она и работает по принципу живой очереди. Для чего это? Смотрите, она выполняется вашими активациями. Вы активируетесь раз в месяц, значит, обязательно у вас автоматически покупается матрица за 1000 рублей и обязательно место в очереди. Значит, уже сдвинули, да? Плюс, как я вам говорила, при закрытии вот здесь вот первого места в матрице номер 3, у вас получается 2 сразу места сюда переходит у каждого. А значит, уже закрыли. Что такое из 2 мест? Вот так, как я рисую вам всегда. 2 места всего. Значит, раз у кого-то что-то закрылось, дын-дын закрылось. Неважно, чей приглашенный. Вот это работает по принципу живой очереди. Для чего это? Это получается по кругу. Да, по кругу. Если здесь закрываются места, они превращаются в матричку за 1000 рублей и толкают по кругу. А значит, еще раз чуть повыше подниму, получается тоже водоворот движения. Из матрицы в матричку, из матрицы в матрицу. Здесь эта вспомогашка двигает, обратно в первую выталкивает и пошло по кругу. Конкретнее. Итак, перейду к своим матрицам, чтобы вам было понятнее. Да? Вот они у вас будут так видны, матрицы. И вот они, очереди у вас будут видны, ваши очереди. Вы получаете кабинеты, где уже очередей. У кого-то много, у кого-то поменьше, но попало. Вот они закрываются по номерам. Номера эти вы прекрасно видите. Вот в площадочке у вас есть. Плюс еще ко всему, сейчас, секундочку. Вот последняя покупка видна. И на закрытии что стоит. То есть вы покупаете, видите, свои номера, сверяете. Плюс ко всему на закрытии. Что значит на закрытии? Это вы понимаете, что сейчас закрывается вот такой, у кого-то какой-то вот этот номер, значит, он сейчас закроется. Раз он закроется, в зависимости от того, какой он, в ободочке, без ободочка, он пойдет, если в ободочке золотом, где-то у меня была такая, сейчас найдем, вот, ну, неважно, вот, например, вот такая, видите, вот мои матрицы,
в золотом ободочке очередь, значит, она пойдет к пригласителю. И вот так мы выталкиваем по кругу и друг друга, и плюс закрываем сами себя. Плюс ко всему, вы настолько здесь перемешиваетесь, потому что матрицы у нас коротенькие, и у нас еще есть один очень хитрый ход такой, как ни у кого. Значит, чтобы где-то тут в списке у меня, видите, они так по списочку идут, потому что они действительно у нас короткие. Вот продолжения нет, глобальной матрицы огромной нет. Вот закроется эта матрица 7 мест, все, ушла в архив, вот у вас архив, сможете выбрать здесь архив, посмотреть. И вы о ней забыли, не нужно думать, как мне там строить дальше своего реферала, как бы его там закрыть. Все происходит очень интересно. Так вот, где бы тут у меня чего-то не закрылось, и какой-то реинвест внизу не полетел, он припрыгнет всегда только в самую первую наверху матрицу. То есть мы сконцентрировали движение, чтобы оно не разлеталось по юбке, не улетало неизвестно куда. Вот все ваши рефералы с вот такими золотыми ободочками будут прилетать только к вам. Вот в данный момент, если мой номер вот этот стоит самым первым, значит, сюда будут активируются рефералы. Или же срабатывает реинвест у них какой-то, но он в ободочке, он прилетит только ко мне, только сюда ко мне прилетают рефералы. Так? Плюс сюда прилетают мои собственные покупные из очереди, вот из очереди, когда закрываются, уже тоже ко мне сюда же. То есть неважно, реферал стал или моя собственная очередь. Или же у меня закроется во второй площадке и полетит реинвест от нее сюда, то он прилетит тоже лично в мою матрицу. Итак, ободочки без ободочков. Очень удобно. Я знаю, что если моя шапочка без золотого ободочка, значит, при закрытии этой матрицы первой я прекрасно перейду во вторую матрицу сама к себе. Никуда не улечу. Я четко знаю, что я вот сюда встану под свету при этом. Вот Светлана подо мной получилась. Валентина была подо мной. Вот так мои собственные матрицы тоже сюда работают. То есть мы создали вам вот этими вот покупными такими дополнительными. Допустим, вы купите себе очередь. Хотите, чтобы очередей было больше. И они начинают создавать у вас номерочки, которые летят именно в матрицу номер один, в площадку номер один. Значит, это вы рождаете себе виртуальных рефералов. Они к вам летят, как будто бы это ваши люди. И все их реинвесты летят. Что за реинвесты? Давайте посмотрим более четко. Вот в матрице номер один. Значит, запоминаем, в семиместной любой матрице всегда рисуем второй уровень, он такой уже доходный. Доходный уровень. Значит, вот примерно себе рисуем, что так должно заполниться. Если, ну, как только закроется вот это первое место, даже здесь может и ничего не быть справа. Вот неважно. Или же, может быть, сюда никто не пришел еще, но здесь стоит у меня другой там реферал, более активный, к нему уже кто-то прискакал. То есть или слева, или справа, первое место. Главное, первое место, как только появляется, вот тогда я получаю реинвест. Вот, допустим, представим себе, что к Наташе, там, ее в данный момент реферал активируется и встает под Наташу. Раз ко мне встал этот человечек, значит, у меня тут же срабатывает реинвест. Я здесь должна получить реинвест. Куда он встанет? Сверху вниз, слева направо, он встанет вот так сюда. Все. Ну, осталось еще три места закрыть, это уже мелочи, там может прилететь моя очередь, может еще какой-то реферал прийти. И вы уже по ходу дела смотрите, нужно что-то докупить или нет. То есть вы можете сами ускорить свои доходы. Что значит докупить? Если я точно знаю, что вот эта матрица перейдет в матрицу номер два, да, и займет здесь место, останется еще только одно. Вот я кому-то советовала недавно, они так сделали. Вот у них было уже все во второй матрице заполнено, да, полностью, вот так все заполнено. И я говорю, меня спрашивают тут там из девочек, а что мне вот сделать, как мне продвинуться?
Пожалуйста, купи за 3000 вот здесь вот место. Вам страшно такие суммы служить? А теперь смотрите, за 3000 купи. Тут же эта матрица перелетает в вашу собственную третью и дает вам 9000. Тут же 9. Замечательно. 3 потратили 9, тут же и вывели 9 обратно. 6000 плюс карман. Замечательно за одну секунду, правда же? Вот такая здесь у нас, ну, можно сказать, сумасшедшее построение. Мы обожаем эти матрицы. У нас это самый, я считаю, интересный и отличный маркетинг получился. Его только нужно использовать правильно. Так вот, еще раз говорим о том, что в первой площадочке у нас каждая из матриц, которые у нас есть, да, как только в них заполняется первое место, мы получаем реинвест. И мы можем здесь, видите, кнопочки «Купить». Мы еще вам создали такую интересную возможность купить слева или справа. Но вы видите, кто, допустим, у вас ваши рефералы уже будут стоять живые. Сейчас вы пока получили немножко с чужими, да, перемешанные. Но когда ваши начнут, ну, неважно, и чужих вы двинете, какая разница. Главное, что если я сама у себя куплю вот слева или справа во втором ряду одно место, оно тут же прилетает наверх. Мы же знаем, что у нас все реинвесты идут только в самую верхнюю матричку, да? Прилетит наверх, даст мне, тут встанет, даст еще один реинвест. То есть вы за 1000 можете дын-дын-дын себе почти закрыть матрицу. Это раз. Во-вторых, вы можете переходить, вот здесь набираете ID любого. Вот я сейчас к Максу могу забраться. Макс у нас какой? Второй? Тут. Захожу. Вы можете к любому своему рефералу, к любому чужому участнику забраться, посмотреть. Так, или к своему пригласителю. Допустим, вам нужно активироваться. Вы смотрите, куда я там встану. Вы понимаете, что при активации вы встанете к нему в первое место, в первую матрицу обязательно. Вы смотрите. Так, активируюсь сегодня или завтра? Где мне выгоднее встать? Кто там под Максом? Ага, под Максом Света. Нормально, можно под Свету шлепнуться. Будет, я смешаюсь со Светой уже структурой практически, да, получается. То есть вы вот таким образом перемешиваетесь, потому что у каждой, вы же понимаете, как строятся, допустим, структуры. Если здесь стоит Макс, то значит под ним все его абсолютно рефералы, да? Все его рефералы. И если один только из ваших рефералов, он встает в его, ну, как бы матрицу, то все остальные рефералы все равно нечаянно закрывают его тоже. И уже перемешались. Вот, допустим, представьте себе, что по цвету попадет совсем, ну, какой-то реферал Макса. Хотя Света не максовский, реферал. Мы все под системным стоим кабинетом, да? Но, тем не менее, перемешались, или они купили друг по другу, специально там подтолкнули друг друга. А сюда встают его рефералы. Они попадают как будто бы в Свету, но уже структуру. А здесь дальше кто-то встанет под Ларису, да? Лариса – максовский реферал, но у Ларисы же свои рефералы. Значит, они могут сюда прийти, смешаться. Таким образом, вы нечаянно, чуть-чуть, но плечиками цепляетесь абсолютно за всех. Понимаете? То есть вы можете зайти к любому, посмотреть. А может быть, даже иногда, черт побери, у меня мало рефералов, как бы мне залезть каким-нибудь лидером, у кого побольше, так сказать, людей, и я там, пусть меня тоже закрывают. И вы так гуляете, смотрите, у кого много матриц, и выискиваете, чтобы, допустим, здесь были, чтобы в плечики, правда, не так вот стать, а в плечики. То есть ищем. Какую тут найти-то, Макс, у тебя есть какая-нибудь без плечей? Голенькая шапочка, чтобы показать им, как это выглядит. Так, нифига подобного. Да скорее у меня. Вот, допустим. Ага. Ну, вот так вот. Вот у меня голое плечо, да? Кто-то хочет, чтобы меня чтобы быстрее закрыли. Если, и рассчитывайте, если это самая первая матрица, значит, если я сюда встану, то, естественно,
сюда, к Лане или к любому там лидеру, да, будут лететь его собственные рефералы, значит, меня в первую очередь здесь плечики-то и закроют, а дальше у меня уже остается мой второй уровень, уже доходный уровень, где уже если даже я подкуплю что-то, то тут же реинвест ко мне лично прилетит и так далее. Первое ваше телодвижение можете мне писать, можем созвониться, еще раз вам покажем и расскажем, но давайте еще раз. Итак, первая матрица. Значит, как только закрывается первое место, получаем реинвест. Остальные три места закрываются как накопление, да, у нас это называется резерв. И эта матрица закрывается, переходит во вторую матрицу. Во второй матрице, любая из них как закрывается, как только, ну вот, например, как только закроется тоже второй уровень у нас доходный, как только закроется первое место во втором ряду, значит, мы уже получаем с вами 2000 на вывод, пожалуйста. У нас всегда есть 2000 на здоровье, выводи. Плюс реинвест пойдет в матрицу номер один, да, обратно, ко мне же, потому что я вот, видите, покупная у меня матрица, у вас тоже очень много именно покупных. Таких вот без золотой такой одежки. Раз я стою в шапочке без одежки, значит, реинвест пойдет в мою собственную матрицу, следующую, которая стоит у меня номер один, и начинается там уже и реинвесты, и прочее уже срабатывать, закрываться. Остальные три места тоже накопительные закрываются. Сюда могут прилететь и ваши рефералы точно так же, и ваша собственная матрица закрыться. То есть это также работает. Она полностью закрывается, эта матрица, значит, летит в номер 3. И вот в третьей матрице, ребята, у нас с вами урожай. Все, три матрички всего. Вот здесь, пожалуйста, вот это место первое. Видите, получилось, я сама себя вот так и позакрывала. Автоматически летят мои собственные реинвесты сюда, переходы и так далее. Как только закрылось первое место, я получила 5000 на вывод, пожалуйста. Плюс реинвест в матрицу номер 2, то есть, значит, в номер 2 следующая моя уже закрывается, получается, моим собственным реинвестом. Вот. Плюс я получила, как я вам говорила, 2 места в очереди. Причем покупных 2 места, потому что все вот эти рождаемые реинвесты, они зависят от шапочки. Если она у меня, моя личная, получается, мой виртуальный реферал получается без одежки, значит, и все мои вот эти детки, внуки, правнуки, тут рождаются вот эти реинвестики все без одежки. Значит, они и дальше будут мне вот так помогать двигать только мои матрицы. Второе место дало мне 9000 рублей, пожалуйста, на вывод. И как только у меня закроется еще одно место, я получу 9000 рублей. И как только закроется следующее место, я получу 8000 рублей плюс 1000 рублей бонус. Вот этот бонус вы будете получать от всех активационных матриц ваших рефералов. То есть если у ваших рефералов в данный момент закрывается четвертое место в этой матрице номер 3, и шапочка у него в данный момент активационная, то есть имейте в виду, что если ваши активационные матрицы встают к пригласителю, это не значит, что вы их потеряли. Вы получите все те же средства, но чуть-чуть, получается, вы делитесь с пригласителем. Значит, если вот это была бы шапочка вот такая вот, как у Иры, да, то в данном случае вот эта 1000 рублей пошла бы пригласителю. Так и у вас будет. От ваших рефералов еще и по 1000 рублей в таких вот случаях, когда у них будет активационная эта матрица номер 3, значит, вы получите реинвест 1000 рублей от своих рефералов. И все, ребята, все легко и просто. Единственное, что много функционала, который работает на вас, изобретенный нами. То есть мы совершенно изменили построение. Мы зачастую видим в интернете эти возгласы о том, что мы перевернули вообще понятие о матрицах. Мы тут перевернули вверх ногами все.
Ничего подобного, в итоге остается все то же самое. Всегда только одно движение вслед за пригласителем. Ты тащишься, как вот только за ним. И если вдруг твой активный какой-то реферал развернулся, значит, реферал улетел выше тебя и пошел. У нас этого не случается. Все реинвесты рефералы возвращаются на круги своя под вас. Все их переходы пойдут только под вас. Даже если у него больше матриц, и даже если у него больше рефералов, он будет только возвращаться к вам. Так, чуть-чуть понятно? Чуть-чуть понятно? Так, пойду-ка я посмотрю на YouTube, что тут у нас. Так, ладно, можно матрицы самой закрывать в кабинете? Конечно, можно, но это вы подкупать должны. Но выгодно подкупайте, как я вам показываю, покупайте так, чтобы именно, допустим, в какой-то матрице снизу, чтобы полетела наверх, чтобы закрыла еще раз, чтобы у вас было выгодно. Вот запомните эти ходы, что куда летит. Так, значит, смотрите. Вот я читаю вопрос на засыпку. Сразу же, Таня, сдалась, Таня, тут же. А обязательно работать или можно только в магической цепочке? Да можете отказываться, пожалуйста, от денег, отказываться так легко, лишь бы не шевелиться, потому что смотрите, что я вам показывала. Вот, значит, давайте договоримся. У нас кроме этого подарочного кабинета дальше идут на 14 уровне 50 тысяч подарок, на 15 100 тысяч, потом 250, потом 500, потом миллион, то есть еще 3 миллиона 900 тысяч будет у вас подарков. Но как только вы вот здесь отказываетесь от участия дальнейшего, то есть вы отказываетесь от задуманного нами разработанного процесса, отказываетесь, значит, вы отказываетесь от всех подарков. Все, вы зарабатываете, пожалуйста, то, что у вас по маркетингу. Если вас это устраивает, то на здоровье. Вы отказываетесь, значит, отказываетесь от всех ваших подарков. Кто хочет зарабатывать много, тот не задаст мне этот вопрос. Это, Танюш, не обижайся, это трусливый вопрос. Это еще ничего не поняла, но уже испугалась. Не надо так. Нужно стараться, разбираться. Вы пришли зарабатывать. Работать. Ты сама сказала работать. В Мэджике работать не нужно. Так это, играючись мы в цепях, играемся и посты выкладываем. И то далеко не все. Правда же? Так вот, если мы пришли зарабатывать, то значит мы пришли работать. Значит, нужно не пугаться, а работать. Людмила, если человек дошел до 11 уровня и не захочет опять-таки, что будет дальше? Я сказала, что будет дальше. Ничего интересного не будет дальше. Дальше. Поехали. Слишком много информации для неокрепших умов. Ну, закаляйтесь. Потихоньку разберетесь, ребята, разберетесь. Это совершенно... Во-первых, вам ничего не нужно строить. Давайте так, вам нужно просто... Вот сейчас вы из Мэджика переходите плавно в Мейкмани. И у вас строится точно так же структура. В Мейкмани у нас тоже есть, пожалуйста, дерево структуры, точно так же. Дерево структуры. И вот строится ваше деревце. И вот эти все зелененькие, значит, не все активировались. И они все попали в мои матрицы, закрыли мне, дали мне деньги. Точно так же у вас ваши рефералы. Активируясь, закрывают вас, дают вам деньги. Вам ничего не нужно расставлять. Вот это все работает автоматически. Все, что я вам дополнительно показываю, это дополнительные возможности, которых нет ни в одном проекте матричном. Это то, что вы можете купить справа. Нажимаем вот под Ирой «Купить». Могу купить, пожалуйста, справа. Не хочу купить, уйду отсюда. Могу слева купить в любой матрице. Могу, понимая, что если я здесь куплю, я тут же денежки получу и реинвест себе дам.
И так далее, и так далее, и так далее. То есть мы вам просто предоставляем разные возможности. Хотите, используйте, хотите, не используйте. В процессе будете спрашивать, ну, буквально еще несколько раз, и вы разберетесь. Здесь не в чем разбираться. Нужно просто запомнить. Если я куплю в матрице номер один, в любой из матриц, вот здесь, вот или здесь, или слева, или справа. Вот куплю за 1000 себе место, значит, у меня тут же реинвест пойдет в самую мою первую матрицу и закроет мне там, где нужно. Но я при этом думаю так, вот сейчас мне не нужно, пусть меня закрывают рефералы. Когда это будет нужно, а когда будет нужно? Когда будет все почти вот так закрыто и останется точно одно место всего. Я тогда могу снизу толкнуть, закрыть. Но опять-таки, для того, чтобы знать точно, что эта матрица перейдет во вторую, и там она последнее место закроет, вот я могу иногда за 1000 катануть, как? Закрыла это место, автоматически матрица тут же закроется, перелетит во вторую, но я должна заранее посмотреть, здесь немножко шахматная игра, что здесь уже тоже все закрыто, и осталось одно место. И тогда у меня получается, с первой перелетает сюда, мгновенно закрывает место, за 1 секунду перелетает в третью, и у меня на балансе 9000. А я 1000 себя толканула. И я себе их на здоровье вывожу. Понимаете? То есть вот эти все манипуляции и знания, они важны для того, чтобы вы могли управлять своими доходами, быстрее выходить на доходы, сами себе закрывать. Такого интересного шахматной такой игры не придумал никто. Это вот без ложной скромности могу сообщить. Так что вы не пугайтесь заранее. Это деньги, их бояться не нужно. Их нужно желать заработать. Так, если уже есть кабинет, то что с подарками? Подарки. Если у вас уже есть кабинет, значит, когда подходят ваши эти подарки, ой, где мы тут? Значит, где мы? Вот. Значит, вам просто будет в кабинет поступит эта сумма на активацию, а потом поступит 3000. Пожалуйста, активируйтесь или докупайте что-то. А на 13 уровне получите 10 тысяч рублей, пожалуйста, именно для этого кабинета. Ну а дальше вы будете получать то, что куда захотите, туда и потратите. Ну и, естественно, будете блюсти, чтобы ваш кабинетик не потерял доходы. Потому что здесь у нас важно есть условие, если вы, значит, активация тоже один раз в месяц, если вы не активируетесь, то у вас ничего страшного, просто вы уходите в режим упущенной прибыли. У вас будет написано здесь включенный режим упущенной прибыли. Вы не теряете свой кабинет. У вас чудесно идет все движение, мало ли кто-то куда-то там что-то купил, вас зацепил, у вас что-то закрывается. Но то, что будет попадать на баланс за тот период, что вы пропускаете активацию, просто будет упущенная прибыль. Эти деньги будут уходить опять-таки куда? Догадайтесь, 3 раз. А вот эти деньги, упущенная ваша прибыль, тоже будет шуровать к нам в Magic Chain для ускорения нашего движения. Вот так мы закольцевали эти сайты. Так. А в подарочных кабинетах есть заполненные матрицы? Естественно. А вы еще не заходили в них? Кто заходил уже? Вы видели свои матрицы? Они, естественно, не полностью заполнены. Все, что было заполнено и закрылось, кто-то уже вывел в свое время. А у вас сейчас там есть полузаполненные, значит, ваши рефералы будут приходить их дозакрывать, и у вас уже будет движение. То ли дело вы заходите в любой проект, с нуля начинаете, нужно строить. То ли дело вы вот как у меня заходите в кабинет вот такой вот и смотрите, так, здесь у меня вот это, а здесь у меня такая красота, а здесь у меня тоже плечи закрыты, а где-то у меня еще, у кого-то я даже видела, сегодня давала кабинет, там вообще почти закрытые матрицы, видите как? То есть, вот такие вы получаете кабинеты, вот так вот. Видели, активировали, молодцы. Так, что у нас на Ютубе? Вопросы? Чуть-чуть понятно тоже очень хорошо. По ходу разберемся. Да, Наташа, молодец. Оптимизм обожаю. Так. Приглашать в матрицы только самой? Ну, приехали.
Будете приглашать в Magic, будете приглашать на цепи свои, а оттуда они автоматом будут ваши рефералы следом за вас топать. Но если не будет рефералов, не стоит туда идти. Конечно, а зачем? Ну, никогда в жизни не пригласится ни один же реферал, Таня, у тебя. У тебя есть рефералы в Magic? Так, работа всей команды. Ну, как работа всей? У каждого есть цепочка. К каждому пришел какой-то реферал. Он встанет под него, естественно. Я вам так даже раздаю вам кабинеты именно, ставлю вас сразу же друг под дружку в прямой зависимости, как вы стоите в Мэджике. Вот так ваших рефералов под вас тасую. Это очень интересно, Оля. Это очень интересно. Это супер интересно. И тот, кто заинтересовался уже, кто у нас? Оля, да? Уже, ее вообще не отдерешь от таких матриц, как ей нравится их сидеть и разгадывать, что куда пойдет, а если я вот здесь куплю, а вот туда перелетит, а туда не перелетит. Это как интересно. Конечно, обязательно ждать закрытия. Не обязательно ждать закрытия уровня. Можете сейчас написать, значит, как получить кабинет. Пишите мне, Лана, я хочу кабинет в Make Money. Но, пожалуйста, уточните, вот только что были, сейчас вот девочки не смогла дать кабинет, жду, чтобы ее пригласитель тоже расчухался и взял кабинет. Потому что иначе есть те, которые раньше хотят, то есть рефералы хотят, пригласители еще думают. Ну, тогда человек хочет зарабатывать. Значит, я его поставлю без вас. Значит, вы потеряете реферала. Он встанет выше куда-то, к вышестоящему, кто уже взял кабинет. К тому, кто уже по вашей цепочке в Мэджике, четко к вышестоящему, кто уже взял кабинет. Туда я его и поставлю, вашего реферала. Вы потом думайте. Так, дальше. Основная работа уже сделана, только продолжить. Да, Наташа, в том-то и дело, что у вас уже все сделано, у вас уже куча там матриц, куча денег, можно сказать, в кабинете, остается чуть-чуть подтолкнуть и выводить, зарабатывать. Здесь будешь крупнее зарабатывать, да, здесь можно быстрее еще себе настроить эти заработки и более крупными суммами даже быстрее, очень отлично. Так, пока не все поняла, но я хочу. Тоже правильное решение. Вы разберетесь, здесь не в чем разбираться. Вы всегда бегаете по чудесным матричным проектам. И у каждого в истории вашей, значит, бытия, как Ира у нас говорит, в интернет этих вот, значит, суперпроектах вы строили матрицы. О, какие вы строили матрицы! Глобальные матрицы, бесконечные вот такие вот, черт бы их побрал, матрицы, у которых нет конца и края. И даже 10 Китаев не хватит, чтобы эту хрень построить, но вы туда шли и рекламировали, и меня сколько раз приглашали. Давайте, давайте! И что там происходило? Там происходили перекосы, как всегда, потому что вы всегда идете за рефералом, а у реферала уже, допустим, вы попадаете к нему под мертвяка, простите, какого-нибудь, который не двигается, и вы встаете туда, и вам приходится закрывать эту всю толпу, и все ваши реинвесты возвращаются никуда, не в первый, как у нас, а вот, допустим, ваша веточка идет здесь, и реинвесты ваши все желаемые попадают опять в эту длинную юбку, потому что вам нужно закрывать кучу всего. Это не построить никогда, но вы туда шли и вы приглашали. А здесь, где совершенно другая история, где очень интересно и быстро, вы уже боитесь. Нельзя бояться. Деньги требуют внимания, терпения и работы. А страх нет. Если будет страх, то не будет ни денег, ничего. Очень удобно, лежа на диване, бояться денег и жалеть себя. И так себя жалеть, и такой несчастный, денег нет. Вот они все богатые, ненавидящие. У меня когда-то был такой сосед, который лежал на диване и страшно всех ненавидел, у кого были уже машины тогда. И вот он, сволочь, он, наверное, вор. Нет, многие работали для того, чтобы зарабатывать, а он лежал и ненавидел. Уходите. Оглянитесь на себя и скажите, нет, это некрасивая роль. Я хочу зарабатывать, а не жалеть себя.
Да, и самое главное, когда мы переходим в Make Money, ребята, вот здесь вас ждет самое главное. Вот, пожалуйста, у нас здесь Make Money Bot, полная версия, в которую вы включаете не кусочек, как там у нас в Magic, потому что там у нас ознакомительное, так сказать, а вот здесь у вас вы включаете и те самые трансляции, которые вам нравятся, автотрансляция круглосуточная. И здравствуйте, говорит эта программа при добавлении в ротаторах. И лайки ставит под... И бродит по спискам. Знаете, как интересно? Бродит, вы вставляете туда только, значит, ссылочки на людей. Все там рассказано, как спарсить этот списочек. И вот ходит программа. Зашла к одному, допустим, какому-то человечку, зашла к нему вот так вот, сама программа, поставила лайк, написала, ух ты, здорово, зашла к другому, а вы знаете, что это такое? Это называется вирусная реклама, когда вы, допустим, или программа оставляет свой комментарий или лайк, вы же знаете, что вы всегда вот так вот тут же обращаете внимание, что вам кто-то поставил там что-то, какой-то комментарий, и вы тут же к нему заходите и тоже ему оставляете лайк. А по дороге видите что-то интересное на его страничке. А представьте наоборот, что это все те, которые к вам приходят, автоматически, так сказать, вы их лайкнули, а они бегут на вашу страницу отблагодарить. Называется вирусная, ух, какая вирусная реклама хорошая. Вы ничего не рекламируете, вы только лайк поставили, а к вам люди бегут, понимаете? И тут же смотрят на вашу, вот почему нужно приготовить свою страничку, чтобы она была яркая, красивая, интересная, с восторженными вашими отзывами. Тогда обязательно люди будут спрашивать, а что это такое? И молча нажимать на вашу ссылочку и регистрироваться. Значит, эта программа вот так вот чудесно действует. Сама, без вас, круглосуточно. Мы спим, она работает. Я не заглядываю месяцами. Значит, автосторис, да? Вот вы мучаетесь, поставите свой сторис, он один там час или сколько простоял и исчез. Нужно по новой. А у меня сторис катаются круглосуточно этой программой и ничего, мне не нужно их направлять, они просто крутятся круглосуточно. Можно заменить иногда новые сторис какие-то, ну, которые мы вам опять-таки даем готовые, или же сами сочините. И у вас автоматика все это двигает. Кроме того, у вас есть что еще? Ну, трансляция я вам сказала, хоть на сколько страниц причем. Вот у вас есть 10 страниц, врубайте. Можете этой программой крутить и наши рекламы, и рекламы своих других проектов на другие странички, а нам все равно. Используйте, пожалуйста, вы активируетесь, вы получили такое удовольствие, у вас работает эта программа. Рандомная автотрансляция, то есть вы можете указать 10 видео, а у вас будет то одно транслироваться, то другое, то третье, то пятое, то десятое. Вот. Рассылка по группам ВК, пожалуйста, программой. Ну, для этого только тут у вас подсказки использовать нужно все-таки какие-то такие, которые не жалко потерять странички покупные, там, но это недорого, копейки стоит, можно 30 штук себе купить страниц, врубить их, и пошла реклама. Вот она уже пошла у вас, работа профессиональная, без особых, так сказать, плат за обучение. Тут и платы вообще нет, ничего доплачивать не нужно. Вот она работает. Сбор участников ВК программой. У вас можете собрать программы людей. Парсинг групп в Фейсбуке. Кто-то любит Фейсбуки, пожалуйста, по ключевым словам. Парсинг своих групп на Фейсбук. Вступаем в группу Фейсбук автоматически. У вас стучится программка. И там уж пока, тем более, ходить, гулять, искать. А так, где-то группы вон в интернете полно, в Гугле. Группы взял, готовые ссылки ставил, и полетела программа сама. Вступает. Рассылка по группам Facebook тоже есть. Авторотация. Макс, ты что-то еще новое должен был здесь добавить. Значит, что-то еще он обещал. То есть он постоянно, это Макс у нас эту программу сочиняет, все время новенькое добавляет. У вас есть. Кроме того, у нас есть готовая система. Ну, что такое система? Воронка захвата в ВК, да? Вы сами ее настраиваете здесь готовенькая, с интересным по ходу дела инструктажем, который дает очень много знаний, особенно новичкам. Вам нужно хотя бы ради того, чтобы многому научиться, потому что здесь открывается, вот, допустим, какое-то задание, и вы так в красивой форме тут все
простейшей, без особого умничания, написано, что это значит то, что значит другое. И вы учитесь создавать по дороге какие-то умные вещи. То есть любой момент обучающий, он у вас здесь, пожалуйста, уже есть. И вы, по ходу дела, еще настраивая программу, как бы задание выполняете. Мы вас проверяем. То есть, получается, каждый пункт вашего действия мы проверяем вот здесь вот ботами, все здесь проверяем, и вы прекрасно настраиваете себе. Можете по ходу дела менять, убирать какие-то слова для себя, воронку. Мы ее сделали такую мощную, вы можете ее сократить, пожалуйста, но главное, что вы научитесь и с Сэндлером работать, и автопилотом работать. Вы очень многому здесь по ходу дела научитесь. Вот. Ну и дальше вот у нас Светлана Школьникова, которая с вами игру сейчас проводит в чате. Не забудьте, что у вас здесь игра начинается. Поучаствуйте, это будет очень интересно. Вы будете просто получать здесь утром пост, в котором будут уже ссылки на задания. Вы посмотрите, как, допустим, создать то-то, как создать то-то, какой пост написать. И все в одно время будете выкладывать эти посты в чате. Мы будем лайкать, будем оставлять комментарии. Мы будем фактически раскручивать ваши страницы. Так вот, Светлана Школьникова, она у нас и ведет школу еще. Вот сейчас пока поиграетесь в игру. Сейчас мы с вами наладим уже переход в Майкмани, когда у нас все уже покатится, мы начнем еще проводить школы. Здесь у Светы уже такие глобальные школы будете, но пока поучитесь начальному этапу. Вот. Так что вперед. Учимся и работаем, и зарабатываем. Так, отлично, тоже хочу, люблю, где можно просчитать. Да, любишь шахматы, значит, молодец. Так, что еще вопросы какие? Спонсор уже там, хорошо. Если есть спонсор там, если нет, значит, я его спросим его. Ты что спишь? Так, при получении нужно сразу вносить оплату. Ну как, ну мы не стоим у горла, сразу оформите, и как будет у вас деньги, значит, оплатите. Так. Но лучше, чтобы не стояло, уже раз взяли. Так, это есть. Спасибо, Лена, что подсказала про инструменты. У меня есть кабинет, но не активированный. Значит, да. Несколько, даже не несколько у нас, поторопились, уже зарегистрировались. С нуля, так сказать, просто зарегистрировались. Если у вас там еще не активированный кабинет, и вы ничего не внесли денег, ну, посмотрим. Значит, да, можно заменить, убрать тот и оформить для вас новый. То есть ваше задание, это кто хочет кабинет, тот мне пишет, я оформляю, даю вам инструкцию, как в него войти, и вы начинаете разбираться. И начинаете активироваться и зарабатывать деньги еще в одном, параллельно, еще в одном, получается, модуле, будем так называть. Ну вот. Вывод там тоже также у нас. Пополнение здесь у нас, сейчас скажу. Пополнение у нас даже здесь со 2 кэша есть. Вывод тоже на разные, также вот, карты и на платежные системы. Все, в принципе, то же самое. Все работает так же. То есть деньги, пожалуйста, выводите. Так, если вопросов пока нет, час у нас с вами прошел. Тогда мы с вами можем сейчас, не затягивая, прощаться, да? И, значит, тогда работаем дальше. Что, Мария, хотела спросить, как получить кабинет или что? Так, вопросов больше нет? Алло, алло. Пишите нет и расстаемся. Все, до скорой встречи тогда. Все, всем пока-пока. Все, работаем дальше. В чатах прошу вас быть благоразумными, умными, нытье не допускать. Не терплю вот этого детского. Ой, когда же у меня закроется? Вот я вас хочу поругать.
все-таки на прощании. Я немножко разочарована в тех, кто кричал громче всех, что будем покупать после выводов. И я вижу тех, кто с 30 октября, закрыв уже 1-2 цепочки, то есть получив 22 тысячи, после 30-го не купили ни одной цепочки. Это называется некрасиво. Потому что никто другой вас двигать не будет. Если вы будете отсиживаться и ждать, чтобы вас только закрыли, или 20-10 тысяч у вас это все предел мечтаний, и вы уже намылили лыжи бежать дальше,